«Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Эти слова из сказки знакомы не одному поколению детей и взрослых. Волшебная, добрая, загадочная постановка «Морозко» была и остается интересной для зрителей. ТЮЗ имени Сеспеля в Чебоксарах представил премьерную постановку современной пьесы. Теплый, притеплый, самовар! Правильно! Самовар! Ай да умница! Ай да красная! За то, что не испугалась ты меня, вот тебе от меня, от Морозко, награда. Знакомый сюжет, версия новая. Таинственный, добродушный, игривый Морозко наблюдает за людьми. В итоге становится символом справедливости, воздав всем по их заслугам. Главная героиня Настенька, как всегда, красивая, милая и трудолюбивая. Находит долгожданное счастье. Режиссер Василий Пиктеев за основу взял пьесу драматурга Николая Калиды. В современном Морозко стало больше шуток, юмора, веселья. Постановка завораживает яркими и разнообразными костюмами. Настоящая сказка, настоящее волшебство – костюмы у нас красивые, сказки у нас хорошие. Приходите, мы вас ждем. Мы очень рады. С наступающим Новым годом. Всех поздравляем. Постановку в современной обработке удалось показать зрителям благодаря федеральной программе «Театры детям». На выделенные деньги было закуплено профессиональное световое оборудование и не только. Мы смогли получить огромную сумму. Для нас 3 миллиона 333 тысячи. Это огромная сумма. Мы за эти деньги обновили, купили для малого зала световое оборудование, звуковое оборудование. Естественно, мы поставили сказку Николая Калиды «Морозко». За счет этого гранта мы даже пригласили художника из Москвы, Александра Белова. Она у нас из Москвы. Кто еще не успел посмотреть «Морозко» в Чебоксарах, в театре юного зрителя можно будет окунуться в зимнюю сказку в течение зимних каникул. Сказки «Морозко» мне понравилась Настя, потому что она добрая. На санях и в теплой шубке мчится в гости Дед Мороз. От мороза у дедули покраснели щечки, нос. Весело его мы встретим, скажем, елочка, гори. Ждут нас хоровод, подарки, смех, веселье от души. После счастливого финала праздник для детей в ТЮЗе не заканчивается. В фойе театра ребят встречают любимые герои из «Морозки», персонажи мультфильмов «Дед Мороз со Снегурочкой». Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Игорь Зверев, «Республика».